Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы поиграем в GTFO. И будем играть... Какой же мы будем играть? R4A3. Да. Поехали. Пострадаем. Когда солнце не светит. У нас заканчиваются ресурсы. По крайней мере, у нас есть пенные гранаты. Странно, что обычных гранат нет. Пенные гранаты, это ж такой... Блин. Такая редкость, честно говоря. Так, давайте глянем, что у нас. Локс. Вид, ауто, ген, статус. Что интересно. И понятно, но он только двери. Понятно, что все это с земли тянется.
Пенная вечеринка. Он, блядь, начал стрелять. Чё шёпотом-то?
Нечем беспокоиться-то, а? Don't make a sound, это слишком громко сказано. ДЦ-173. Все из стрипа. Да. А надо было просто все. Три, окей. А, подожди, надо query сделать. Зона 27, да? Где зона F? Почти ровно сюда, в принципе. Нормально. Понял, что за хрень там.
И
Куда идти-то? Где что-то может еще? Четырнадцать. Не заслушивай сюда.
Это был Cypher, правителя Эндрю Клинтон, B035, получателя SMCO. Короче, всем управляет. 25 апреля 52 года. Субъект. Весенний перерыв. Все рабочие. От лица корпорации Santonian Mining хотели бы поздравить вас с отличной первой четвертью работы при самых современных технологиях добычи минералов и руд как часть SMC семьи. Ваша работа и усилия играют важную роль в нашей миссии построения лучшего будущего и позитивного благополучного завтра для всего человечества. Было много испытаний в этом году, и ваш менеджмент не слеп к тому, чтобы вы к тем проблемам, которые нас встретят через несколько месяцев. Важно, чтобы каждый рабочий фокусировался на своей работе и вместе тянули лямку, чтобы получить совместную цель. Вы должны принять следующую четверть за очень серьезно. Удвойте свои часы, посвятите себя к идеалам, которые SMC вдохновляет вас. И мы реализуем наш общий потенциал вместе. Несмотря на то, что вы слышали, у нас есть контроль над вспышкой NAMVI. Несмотря на то, что количество случаев увеличивается, вирус приносит очень маленькую угрозу для вас. И мы ожидаем, что общий иммунитет разовьется в течение нескольких месяцев. Несмотря на низкие риски, мы также просим любой персонал, который показывает симптомы вирусной инфекции, чтобы отправляться в медицинский департамент как можно быстрее. Мы поставили новые NAMVI травматический центр, чтобы презентовать именно даже более легкий путь для восстановления нашего персонала. К сожалению, мы должны будем отменить все весенние выходные в этом году. Мы не можем рисковать тем, чтобы нам вирус распространился раньше, чем мы получим его под свой полный контроль. Мы заменим все дополнительные поверхностные часы, чтобы компенсировать утрату этого отпусков. Вперед и вниз, Эндрю Клинтон. Конец файла. Выход. Окей, юшки. Нам нужно еще этот 346. Это там. Вот тут вот.
Спасибо за птичку. Либо там зайти, либо там зайти. Идемте здесь. Quiet. Но бы это сгодится. Личик. 306. Не, возвращаемся сюда. Дым. Бывает. Pick up your deployables. I will do it. Pick up your deployables. I'll do it. Конечно, ты сделаешь это. Как же иначе? Будто у тебя сильно много вариантов. Все через низ пошли, да? Ну, красавчики. Удалые. Раз. Да, ну что? Угу.
Chop, chop. Fire scan time. Пойдемте. Это значит нам сюда, наверное, если я правильно помню. Вряд ли сюда. Давайте, блин. Вон туда, да. И ты смотри. Sentry gun here. I will do it. Sentry here. Yes. Pick up your deployables. Yes. Pick up your deployables.
Ну, пойду я просто отсюда и все. По крайней мере, тут понятно, что за херня. Опс. Ничего интересного. Окей. On me, got a bioscan. Sentry gun here. I will do it. Attack the creeps. Sentry here. I do it. Pick up your deployables. I will do it. Sentry gun here. Yes. Get in the bioscan. Yes, get into the bioscan. Just put on somebody, no? Well, they sound hungry, don't they? That sounds pretty close. Be ready. Поднимайте, поднимайте, ребят.
патроны есть. Богатый. Ну вот как-то так. На самом деле ничего особенного тут не делал, просто прыгал с точки А в точку Б. Можно было на самом деле не бродить так сильно по округе, но тем не менее, как-то так. Ну что же, как вы понимаете, если это делать с оверлоудом и, ну, и вторичкой, то это будет то же самое, только дольше. Но, по сути, выглядит как миссия довольно простая. Я, конечно, не знаю, что там вторичное. Но, скорее всего, тоже ползать по подвалу. Ладушки, спасибо. Лайки, подписки, если вам понравилось. Вам это будет приятно, а мне полезно. Заходите на кооператив Дружба и Home Russian Fleet. И другие соцсети. Все ссылки в описании. И увидимся в этой или в другой игре. Все, спасибо, всем пока-пока.